пятницу в Самарской области будет пасмурная погода. Повсеместно пройдут дождь и снег. Температура воздуха в дневное время от 0 до плюс 4 градусов, ночью 0-1. Ветер сменит направление на юго-западное, скорость 7-9 метров в секунду. В Сызрани пасмурное небо, снег и дождь, днем плюс 4 градуса, ночью нулевая температура. В Тольятти небо закроют облака, осадки в виде дождя и снега, днем плюс 3, ночью 0 градусов. Юго-западный ветер 8 метров в секунду. В Самаре облачно, осадки в виде дождя и снега, днем 3 градуса тепла, ночью минус 1. Ветер юго-западного направления 7 метров в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 55%, геомагнитное поле возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.